Те, кто внимательно следит за такими выставками достижений электронного хозяйства, как американская CES или испанская MWC, наверняка помнят, что компания Lenovo в начале года анонсировала выход двух новых смартфонов в своей производительной серии – P70 и P90. Если первый из девайсов оказался в центре внимания, то P90 этим самым вниманием, как нам кажется, был несколько обделен. Что ж, исправим ситуацию. На веб-странице, посвященной смартфону, разработчик указывает целых 8 причин, которые могут вас подвигнуть на покупку. Посмотрим, насколько они весомы. Первым пунктом идет высочайшая четкость фотографий и видео. Поясним, речь идет об экране, и он у P90 действительно хорош. Плотность пикселей IPS матрицы Full HD превышает 400, а сам экран имеет отличное олеофобное покрытие. С помощью системной утилиты можно в известных пределах подстроить цветопередачу. Что нам не понравилось – не идеальные углы обзора, да и максимальной яркости не всегда хватает. Далее на странице упоминается 64-разрядный 4-ядерный процессор. Среднестатистический пользователь редко обращает внимание на то, что впаяно в его смартфон. Главное, чтобы все летало. И тут претензий к P90 нет никаких. Intel-овский Atom показывает практически те же результаты, что и медиатековский чип в P70, о котором мы рассказывали полгода назад. К слову, мощности платформы вполне хватает для воспроизведения видео 4К, с чем не всегда адекватно справляются даже флагманы. Третий пункт – батарея. 4000 мАч в случае с Lenovo P90 означает, что смартфон продержится в обычном режиме пользования до 2 суток. Для тех, кто любит образные сравнения, заряда несъемной батареи хватит на просмотр одного сезона «Игры престолов». Емкая батарея заряжается долго, на все про все уйдет не менее 3 часов. Сверимся со списком. Высококачественные фронтальные и задние камеры. Несмотря на те же мегапиксели, что и в P70, есть подозрение, что фотомодули в P90 были доработаны. Как минимум, добавили оптическую стабилизацию. Количество шедевральной размазни в наших фотоальбомах теперь должно уменьшиться. Кстати, объектив основной камеры довольно сильно выступает над корпусом. Хотите сохранить смартфон для внуков – используйте входящий в комплект чехол. Пожалуй, самый спорный пункт – встроенные приложения Lenovo, но это смотря для кого. Обычный юзер здесь может и в ладоши захлопать. Теперь ему, к примеру, не придется мучиться вопросом, ставить антивирус, не ставить, в Lenovo уже все сделали. А еще здесь есть полезные в хозяйстве утилиты для оптимизации производительности и архивации данных. И подборка софта от Яндекса. И даже, сюрприз, World of Tanks Blitz с 30-дневным премиальным аккаунтом. Далее 4G. Lenovo P90 действительно поддерживает работу в сетях 4-го поколения, но работает смартфон лишь с одной симкой. Хотите использовать две, придется брать P70, ну или купить еще один P90. 32 гигабайта встроенной памяти. В принципе, хорошо. Есть, правда, два но. За вычетом объема под систему пользователь сможет воспользоваться 24 гигабайтами и расширить ее не получится, слот под microSD не предусмотрен. С другой стороны, P90 поддерживает режим OTG, что несколько выправляет ситуацию. Последней среди причин приобрести P90 на веб-странице смартфона значится Android 4.4.4. Спорить не будем, система удобная. Правда, Lenovo пока еще ничего не говорит о том, когда будут обновления до леденцовой версии Android. Не лишним будет также напомнить, вдруг вы забыли, на все смартфоны Lenovo установлена фирменная оболочка Vibe UI. В списке особенностей P90 ничего не сказано о дизайне, и действительно, в оформлении смартфона нет каких-то фишек, за которые можно зацепиться глазу, если не считать за таковую аппаратные кнопки, размещенные слева. Одним словом, дизайн P90 нейтрален. Впрочем, таким, по-видимому, и должен быть мощный, безукоризненно собранный деловой смартфон. Более того, если вы бизнесмен, знающий цену деньгам, а не какой-нибудь топ-менеджер концерна «Нефтегаз туда-сюда», то вам будет особо приятен тот факт, что за Lenovo P90 сегодня просят от 15 до 16 тысяч рублей. Цена более чем адекватная. Внимание, конкурс! Мы разыгрываем среди подписчиков канала новёхонький Lenovo P90. Все, что вам нужно – лайкнуть ролик, поделиться видео у себя в соцсетях и оставить в комментариях ниже магическую фразу «Lenovo, приди». А 31 августа мы выберем самого удачливого из вас.
Подписывайтесь на канал Geek to the Future, оставляйте комментарии, ставьте лайки и не забывайте, будущее в наших руках.